Так, вот так у нас выглядели стойки для гирь и для сэндбэгов. Это обычные офисные стойки из алюминия, они постоянно прогибались. Вот сейчас нам прислали вот такие стоечки, очень хорошие, крепкие. Сейчас мы их поменяем. Вот, в принципе, 25 минут работы, и мы установили новые стойки, более такие достаточно жесткие. Нагрузка на каждую полку идет 300 килограмм, поэтому с учетом того, что мы будем ставить хоть 10, и прогибаться они не будут. Поэтому сейчас все поставили обратно. Приводим все в нормальный, надлежащий вид в большом зале. Ну и в принципе в клубе в целом. Спасибо.